Это снова огромный карась. Ребят, всем привет! Пришла мне удочка с Алиэкспресса для бокового кивка. Доставка заняла 27 дней. Наконец-то я дождался. Идет такой мягкой упаковки. В общем, откроем, посмотрим. Так, мусор обязательно уберу домой. За это не переживайте. И кудочка идет в запасной кончик. Это, считаю, огромный плюс. Рассмотрим удочку поближе. Идет такой защитный колпачок. Это радует. Удочку заказывал 7-метровую. 5-метровая у меня есть. Хочется, чтобы подальше достать того самого карпа или карася. Сейчас покажу, как я делаю крепление на удочку под боковой кивок. Кивочек у меня самодельный. Забыл упомянуть, кончик от этой удочки идет внутри цельный, не пустотелый. Так что, думаю, сломать его будет очень тяжело. Сначала нужно снять тюльпан. Нагреваю зажигалкой и снимаю. Теперь надо две термоусадки. Одна чуть поменьше, а вторая чуть побольше. Обрезаю примерно по 5 сантиметров. И одеваю. Нанесу немного 505 клея. И одеваю. Одеваю термоусадку и нагреваю. Теперь нужно примерно 5-7 сантиметров миллиметровой проволоки, мягкой. Беру по центре и загибаю. Вот так получилось. Теперь эту проволоку завожу в тюльпан. Одеваю вторую термоусадку и нагреваю. Беру мой боковой кивок, тут откручиваю и завожу. И зажимаю. Конструкция крепко сидит. Так, вес удочки почти 500 грамм. Тика примера 6-метровая весит 420 грамм, а эта 7-метровка почти 500. Так что считаю нормальный вес. Катушку я возьму с прошлого бокового кивка. Прослужила год и на зимней рыбалке на зимнюю удочку ставил. Отличная катушка. Противоударная и морозостойкая. Дома сварил кашки на карасика. Это пшеница, перловка и горох. Добавил 2 зубчика чеснока уже после. Прикормлю пару мест. Тут и там палочку. Разворачиваться с 7-метровкой тут будет не совсем удобно. Зато хоть тенек тут.
Вот у нас жара плюс 34 в тени. Обещали синоптики вообще плюс 42. Хорошая, что-то взял. Класс. Какой зачетный карасик, а? Да, карась хороший. Еще таких в этом году не ловил. Посмотрите на удочку. Удочка держит. Да, удочки запас мощности — это капец. Вот это карасик, класс! В этом году еще таких не ловил. Так, у меня весы, я сейчас взвешу. 665 грамм. Вроде была поклевка. Окунь, наверное, балуется. Не, это не окунь. Это не окунь. Это снова огромный карась. Да ты что, прикорм творит чудеса. Молодой чесночок. Надо будет этот рецептик как-то снять, как варил. Ребята, посмотрите на этих карасей. Буквально взял через 7 минут после того первого. Этот вроде еще больше первого. Или такой же. Второй пошел. Руки трусятся от таких карасей. Фу, пипец, капец. Клев чуть подутих. Прикормлю еще раз местечко.
Есть карась. Вот такой карась. Жара вообще капитальная, пару дней держится. Завтра передают 44 в тени. Шо, второй раз так выложил и все, червячка нет. Да, конечно, червяка заменить та еще проблема на удочке. Приходится мне вот так вот туда удочку пропихивать. Вот так. Потом добираюсь до кончика и надеваю червячок. Попался. Опа. Вот такой размер карасика самый вкусный. А те два так, для удовольствия. Ух. Капец. Завело что-то в кушинку. Еще один матерый карасик. Удочка, кстати, острый угол не держит. Так что, думаю, для карпа тоже нормально будет. В общем, надо будет испытать. Это просто пипец. Я так карасей за раз таких больших уже не помню, года три назад ловил. Это просто класс. На точку пришел окунь, я уже не стал снимать, замучил он поклевками. Мелкий такой. Покажу я улов, в принципе нормально сегодня по карасю крупному оторвался. Такие три красавца карасика и два таких клюнуло чуть поменьше. Один где-то, в общем, убежал. Кашка вообще отработала то, что надо, по крупному карасю.
обязательно запишу свой рецепт. Еще надо будет повторно потестировать. Удочкой, в принципе, доволен. Но все-таки для меня есть два минуса. Все-таки тяжело 7-метровку держать. И второй, она чуть-чуть желейная. Но есть огромный плюс. Запас мощности в этой удочке просто колоссальный. Думаю, на карпе она вряд ли сломается. В общем, надо еще на карпе проверить. Если рыбалка понравилась, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.